Смотри, куча людей делают кучу действий и не достигают результата. Еще небольшое количество людей делают точные действия в нужное время, в нужном месте. Результат гигантский. Это и миллионы долларов, и что хочешь. Где формула, как это найти? Ну, в каком месте копать? Клад, да, один человек выкопал полземного шара и никакого результата, другой человек копнул 10 раз, выкопал клад. Да. То есть вопрос формулируется, как найти клад. Ответ формулируется так, нужно иметь план. Да, стратегия. Нужно иметь план, где крестиком будет помечено, где клад. 20 шагов от этой пальмы, 5 шагов от этого камня, в пересечении этих двух воображаемых линий, копай вниз, копаешь, находишь сундук, выкапываешь сундук, там золотые лежат. Все. Нужно иметь план. Чтобы завладеть таким планом, нужно очень много работать, учиться, да, и так далее. Учиться. Этот план даром не дают. Угу. Да, копнул случайно, нашел клад. Такое тоже бывает. Такое в жизни случается. Поэтому снова в школу. Ну что, тут школа, это же все уже давно известно. Все понятно. План, где закопан клад, он есть. Его нужно купить, да, усилиями определенными, временем определенными, деньгами. Все.